Одиноко и скучно. Может, пообщаемся? Может, есть классные вопросики? Он сегодня себя очень плохо ведет, поэтому точно нет. Спасибо большое. Вы там не забывайте под моими этими эфирами еще. Иногда это очень-очень нравится, а иногда просто раздражает, если честно. Типа полнейшее ощущение, что даже и поговорить не с кем, некому высказаться. Но я верю, у всех так бывает. Меня тоже это бесит, поэтому я пытаюсь выголить свой макияж хотя бы в сторисах. Будет расти, я буду наблюдать за тем, что ему нравится и к чему тянется его душа. И у меня были гивы, которые проводила я, и подписывались не на меня, а на спонсоров. Совершенно равносильно. Также я люблю, помимо макияжа, музыку и еще и готовку. Так что мало того, что сохранил, еще и репост в сторис сделал. Сегодня в прямом эфире рассказывала, что, конечно, это не мои, это наши косметологи, два потрясающих доктора, Султан и Зарина. Приходите, ребят, к нам в город Sun Beauty. Ой, ну если честно, вообще практически боли уже нет. Максимум, когда ложишься, там встаешь, чуть-чуть побаливает, а так нет, ребят, вообще. Так круто, вы себе представить не можете. Ну или сидишь во время эфира, сидел, долго заболела, а так супер. Не знаю, либо я одна такая ненормальная, но через день, когда как. А вы? Вы 365 дней в году счастливы? Секрет в том, что его нет. Мы сами его создатели. От нашего настроения, поведения, жизненного настроя. Смотря каким настроем ты проснешься, от этого зависит, счастлив ты или нет. И никто не сможет сделать тебя счастливым, если не ты сам. Верь, милая, когда они парни, они еще дарят подарки. Вот когда станет мужем, вообще перестанет что-либо делать. Смирись. Смирись. Вообще это ненормально. Будем с вами одиноки всю жизнь. Очень приятно таких сообщений, ребят, миллиард. Мне пишут вопросов. Нет, ты классная, спасибо за эфир и спасибо за вдохновение. Я вам очень благодарна. Я не из тех людей, которые смогут простить измену. Вот, это, мне кажется, очень сильно бьет по самооценке женщин, поэтому вроде нет. По крайней мере, я об этом не знаю. Надеюсь, что нет. Безбожные люди вам не видят и высокомерия, и тщеславия, и говорят, что я тварь. А вообще, я очень добрая, классная, жизнерадостная. Так говорят те, кто знает меня в реальной жизни. А ты, видимо, никогда меня не узнаешь. Идите, я тоже в Боске.